Зина Варинара, 7 лет. Сергей Сухонин. Две сестры бежали от войны. Две сестры бежали от войны. Свете 8, Кате 3 всего лишь. Вот чуть-чуть еще и спасены. За холмом своим, а значит воля. Но рванула мина, сея смерть. Позади идущих дымно, гадко. И один осколок долетел и ударил младший под лопатку. Словно скрыть хотел преступный след. Миллиграмм горячего металла. Ватник цел, и крови тоже нет. Только сердце биться перестало. Старшая сказала: «Хватит, Кать, ведь мне приходится не сладко. Ручку дай, пора уже вставать. Час еще, и будет все в порядке». Но увидев Катин взгляд пустой, Света на мгновение застыла. И котомку, выбросив с едой, на плечо сестру свою взвалила. И откуда силы в ней взялись, но она бежала и бежала. Лишь когда увидела своих, пошатнулась и на снег упала. Подошла к детишкам медсестра, маленькую Катю смотрела и сказала горестно: «Мертва». Света сразу в голос заревела. «Нет, не надо!» — разносился крик. «Люди, люди, разве так бывает? Старший брат Иван в бою погиб. Папу с мамой немцы расстреляли. Почему так много в мире зла? Разве жизнь моей сестры игрушка?» Медсестра за плечи увела с поля восьмилетнюю старушку. Ну а Катю на руки поднял пожилой солдат из третьей роты. «Внученька», — он только лишь сказал, — «как же я тебя не уберег-то?» И пилотки сняли все вокруг.